Выпуски подготовки. Тюмень дзюдо. Дзюдоисты вернулись на татами. С недавнего времени атлетам сборных нашей области по разным видам разрешили проводить тренировки. И в Центре олимпийской подготовки Тюмень-дзюдо снова закипела жизнь. Но для этого пришлось немало потрудиться, выполняя все требования Роспотребнадзора. Занятия ведутся в мини-группах, контакты между которыми поделены на ноль. Сами тренировки выстроены так, чтобы максимально распределить атлетов по секторам. Четыре зоны получается. Первая зона – это зона татами, вторая – это тренажерный зал, третья – это бассейн, четвертая – на улице. И вот мы делаем так, чтобы даже те ребята, которым разрешили, члены сборной области, они тренируются в разное время и в разных зонах. В тренерском штабе сборной области осваивается Иван Воробьев. Многолетний представитель регионов сборной России, призер чемпионата мира и целого ряда крупных стартов, спортивную карьеру поставил на паузу. И уже в роли наставника помогает атлетам набирать форму после пандемийной паузы. Другая работа была, они все дома тренировались. Сейчас, наоборот, они втягиваются на татами. Такой большой перерыв для профессиональных спортсменов – это немало. И вот у них и мышцы уже болеть начинают после первых тренировок. Сейчас первым турниром, на который ориентируется сборная области, является чемпионат Уральского федерального округа, который должен пройти в Челябинске в середине сентября. Центр олимпийской подготовки. Тюмень-дзюдо.